Всем привет! Вы на канале Простая кухня для вас. Сегодня я вам покажу вкусный рецепт тортильи с начинкой в духовке. Для приготовления мне понадобится тортильи, колбаса, лук красный, помидоры, сыр, кунжут, майонез, чеснок сушеный и кетчуп. Помидор и лук нарезаю кружочками. Надрезаю тортилью с одной стороны до центра. Смазываю ее кетчупом и майонезом. Посыпаю сушеным чесноком. И выкладываю начинку. Теперь сворачиваю тортилью. Противень застелила пергаментной бумагой, положила тортильи, смазываю их яйцом. Посыпаю сверху кунжутом и убираю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Тортильи готовы. Приятного аппетита!